Идеальный учитель. Какой он? Идеальный учитель обладает чувством стиля. Проявляет гибкость в учебном процессе и в общении с учениками. Всегда на одной волне с ребятами. Применяет разнообразные методики. Никогда не равнодушен к своей работе. Он стрессоустойчивый. Обладает чувством юмора. Никогда не устает, и не ест, и не пьет. И вообще он робот.